13636 километров. Ребят, привет. Решил я до 15 тысяч первое ТО не тянуть резину, пока тут еще Volkswagen Audi у нас существует. Не знаю, сейчас задам вопрос. Приехал сделать ТО. И, конечно же, хотел вам показать, какие здесь цены на машины. Я всегда делюсь с людьми, не то, что у меня автомобильный какой-то канал, но, тем не менее, все равно для того, чтобы понимать, что у нас творится, по каким ценам что продается, да, что дорожает, и вы выскажете свое мнение, какая вам машина понравилась, и, соответственно, взяли бы, купили бы вы новую или так далее. Оставайтесь с нами, идем на ТО. Так, ну что, мы приехали пораньше, ключи забрали, сказали, что 2 часа у нас будет идти ТО, и тем временем у нас есть время посмотреть, что почем здесь у нас стоят теперь автомобили. 4676 двухлитровым мотором. Это, конечно, комплектация люксовая, то есть кожа, рожа, все дела, люк, панорама, цвет белый, как у нас, со всеми регулировками и так далее. Главная цель, в общем, ребята, я не буду каждую машину тут обсасывать, показывать. Мы не на рекламе, мы больше сейчас хотим узнать, что там у нас по цене теперь стоит. 1 863 000 на механической коробке будет вот такой вот. Не, на автоматической почему-то тут написано. А, автоматическая. 1 864 000. 1 825 000. Тоже автоматическая коробка. Салон. Таос. Таос. Таос новый. На автомате. Стоит он 3,5, ребят. На паузу нажмете, посмотрите. Еще один там есть тигуанчик. Видно, что попроще комплектация. 4100 автоматическая коробка. И эта комплектация хуже, чем у меня, сразу видно, потому что здесь панель приборов уже идет вот такая механическая. Вот поэтому есть отличия определенные. Давайте посмотрим, есть ли хотя бы кнопочка. Да, электрическая. Поднятие. И здесь... А, есть кнопочка, да, вот. Потому что я в некоторых видел, что нету. Тоже на литых дисках, но попроще комплектация. Даже нет противотуманок, видите. 4 миллиона, ребята, я покупал в прошлом году. Позапрошлым, перед Новым годом. Получается, за 2 миллиона. Есть на канале видос, можете посмотреть. Так, смотрите, ребят, цена дня. Это у нас Hyundai, например, Solaris. Цена 1 850 000 на автомате. Такой салон. Дальше. Новая Крета, цены нету. Тусан. 4480 000. Двухлитровый. Черного цвета. Автомат. Вот она, Крета, беленькая. На автомате. 2250 000. Ну, не 3, как многие блогеры говорили. 2250 000. Красненькая. 2350 000. И есть наличие, видно, автомобиля. 1 920 000 на механике. Колпаками. Вот такая вот. Так, модельный ряд Kia. Смотрите. 1 850 000. В принципе, как Solaris, да? То же самое. Здесь автомат. Tario X-Line, как раньше было. 1 800 000. 1 999 000. Короче, 2 миллиона, смотри. Так, это у нас паркетничек, да, один из самых более-менее был доступен. Теперь он стоит 3 миллиона. Раньше был
миллион что-то 800, по-моему. Ну, вот когда мы покупали свою машину. Сейчас 3. Exit. Тоже марка на любителя. 3200. Вот такая панель у него. И Спортаж. Спортаж флагман, так сказать, паркетников. Ничего здесь обычного нету. Такой простой, как барабан. И стоит он 3100. Так. Lexus. 10 миллионов. Так. И что у нас? Lexus Сочи есть. Ну-ка. Даже дешевле. 8950. Смотрите, какой красивый. Ребятушки, помните, когда мы с Audi сюда приезжали, хотели пройти ТО, мы заходили в Lexus, такой же Lexus стоял 5800. 5800, сейчас он почти чирик стоит, я охренел просто. Идем в Toyota. Короче, машины стоят, цен нету, смысла здесь лазить и показывать вам тоже нету. Алексей сейчас подошел, узнал, вон те две камеры, сколько стоят, Лех. Черная 4700, белая 6. Вон те две. Черная вообще самого бога. Пора ставить комплектация. Так, ребят, давайте посмотрим, сколько у нас стоит Шкода. Шкода Корок 1.6, автомат 2.900. Такая комплектация, смотрите. Интересная машина, на самом деле, когда-то, когда мы выбирали даже Марине машину, мы тоже такую хотели присмотреть. И Rapid. Rapid у нас стоит 1 749 000. Ну, достаточно такой народный автомобиль на механике. Так, это у нас что? Такой у нас этот. Я для себя, жене. Так, 3 700. Ну, 3 700 дешевле, чем Тигуан, например. Более семейный такой просторный автомобиль. Из тех представлений, что, что там есть. Потому что там 400 самый простой здесь. Ну, такой вот он не маленький, посмотрите. Объемный автомобиль с большим багажником. И багажник у него большой. О, он полный привод еще. Ну, вот этот еще нормальный, Леш. 3 700. Правда, ручкой надо будет закрывать. Вот так вот хлопать. Опа. Ну что это, вишенка на торте? Да. Да? Ну, посмотрим, сколько. Подобный автомобиль. Закрыт. Кожа. Хороший такой. Комплектации видно. Шкода Октавия. 3 800. Честно говоря, я вам скажу, из всех представленных автомобилей Шкода порадовала более демократичной ценой. На ваш взгляд, напишите в комментариях, как вы считаете. Так, ребят, хотели показать вам Audi, но на сегодняшний момент у них там производится ремонт, поэтому цен мы сейчас с вами не увидим. Мы пришли пока нам ждать машину на ТО, пришли чайку попить. И давайте посмотрим, какие у нас результаты работы в одном из комплексов, который снял у нас Александр. Это новая квартира на улице Пасечная. Как она выглядит и что из нее получится, давайте глянем. Всем привет! И сегодняшний день у нас начинается с нового объекта. Это улица Пасечная. Такой домик 15-этажный. Здесь у нас квартира на черновой ремонт на 8-м этаже. И на этой неделе я сделал замеры. Мы уже подготовили планировку. И сегодня приступаем к работам. На данный момент пришла машина. Мы завозим материал. Ну и пойдемте посмотрим эту квартиру. Вот такие здесь скромные лестничные площадки. Обычная бюджетная плитка на полу, стены, потолок покрашены. Вот такая квартира.
50 квадратных метров она. Распланировали мы ее в однокомнатную. Такая просторная будет однёшка. Почему однокомнатную? Потому что здесь всего два световых окна. И, к сожалению, чтобы было, да, комфортно, чтобы в каждой комнате было окно. Поэтому получилось у нас только одна комната спальная, большая. Большая кухня-гостиная и санузел тоже достаточно просторный. Вот в этой части будет у нас санузел. Здесь кухонная зона и спальная зона. Коммуникации здесь у нас центральные. Вот стояк. Вода горячая, холодная. Отопление. Также здесь застройщиком предусмотрены ниши под окнами для радиаторов отопления. Ну и заходит такой достаточно мощный кабель, шестерка. Ну, то есть все по таким, по ГОСТам, скажем так. Время у нас почти 7 часов. Техосмотр у нас обошелся со скидкой 5000 рублей, потому что у нас депозиты были в 13000 рублей на 15000 километров. Так, на улице льет дождь, мы заканчиваем наше видео. Очень полезная информация, которую я уточнил у менеджера, у которого спросил, реально, если Volkswagen, ну там, например, Skoda, там Audi уйдут. Он сказал, что обязательно останутся техобслуживания на марки, которые здесь они именно продавали. То есть в течение там 3-4 лет, ну 3, наверное, 3 года гарантии дается. Остается гарантия, поэтому на ТО можно будет смело приезжать. Вот, а то я сначала испугался, думаю, блин, если действительно вот это вот уходит марка, что делать теперь? Слава богу, все будет хорошо. В общем, подписывайтесь, комментируйте, какая тачка вам понравилась, удивлены ли вы ценами и так далее, потому что мы, конечно, в полном шоке. Машина подорожала, грубо говоря, за год и там 2 месяца, вот наши, по крайней мере, да, в 2 раза почти. Буквально месяц назад, даже меньше, мы приезжали на ТО, с Алексеем ходили, смотрели Lexus, который подорожал там сразу за, ну, на 3 миллиона рублей. Это просто жесть, конечно, да. Те люди, может быть, кто покупал за наличку и вкладывал в машину, может быть, это даже не хуже были инвестиции в какую-нибудь подозрительную стройку, о которой вас всегда многие призывают. Желаю вам хорошего настроения, подписывайтесь, комментируйте. Всем удачи, пока.